Это поэт Александр Випрёв, родом из Кирова, последние годы живет в Сочи. Именно благодаря его творчеству, которое высоко оценило жюри Евразийского литературного фестиваля «Лифт», этот форум пройдет в Сочи, ведь по правилам фестиваля он проводится там, где живет победитель этого года. Там проводился конкурс, и жюри конкурса от Российской Федерации выделило мое творчество с характеристикой, за смелость экспериментов в творчестве. Александр Випрёв публикуется с 16 лет. Наряду с классическими он пишет свободные стихи и верлибры, экспериментируя со словом и рифмой. На его счету публикации в самых известных литературных журналах, несколько изданных сборников его стихов. А уже в следующем году у Александра появится возможность пообщаться с коллегами со всего континента. Третий Евразийский литературный фестиваль «Лифт-2018» пройдет в Сочи в конце мая. Уже сегодня заявки на участие подали 80 мастеров слова. Мне так кажется, что приедут значительно больше стран Евразии. Я сейчас приехала из Астаны с форума «Мир через культуру». И все, кто слышит о том, что будет вот такой фестиваль в Сочи, они говорят, мы тоже хотим. Это будет и Китай, и Монголия, и Индия, и Европа. Это будет большое фестивальное движение, которое соберется в России, в Сочи. Сегодня мы впервые увидели ваш зимний театр. И, конечно, очень много фантазий сразу появляется. Действительно достойная площадка для литературного фестиваля. И действительно, наверное, пришло время обратить внимание на литературу, пришло время читать. Ведь без читателей нет ни писателей, ни поэтов. Поэтому я думаю, что они будут главными участниками этого праздника. В рамках фестиваля состоятся литературно-спортивные многоборья. Среди победителей прошлых лет – детский литературный фестиваль «Лифтенок», парад флагов стран-участниц. По красной дорожке впервые в Сочи пройдут не кинозвезды, а мастера художественного слова. Запланированы также мастер-классы известных писателей и встречи с региональными авторами. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.